25 этаж, всеми наши нашумевшие айдолы. Одно из условий – отсутствие хила. И чтобы вы понимали, здесь вообще не важен урон. Я взяла просто R первого уровня для того, чтобы наглядно это вам показать. Здесь просто тактика, которую нам говорят наши же айдолы. Первый ход мы пропускаем. Всех в защиту, потому что пока что бить никого нельзя. А вот уже на следующий ход нам нужно читать, что говорят айдолы. Но для ленивых или кто проходит игру на X2 скорости, я дам совет. Обратите внимание на бафы, которые накладывают нам наши кей-поп звезды. Если три меча висит в бафе, мы можем спокойно этим персонажем атаковать. Если меча два, атаковать нельзя, и персонаж обязан уйти в защиту. Это все рандомно, то есть нет четкого графика, допустим, первые два хода там три персонажа атакуют, следующие там три хода все в защиту. Нет, каждый раз что-то новое. Но возьмите за основу, два меча в защиту уходим, три меча в атаку. Ну, конечно, если вы любите читать, вы можете читать текст. Если персонаж говорит «clap with me», на English very well, то тогда вы бьете. Если персонаж вам говорит «dance with me», English very well, опять же, то вы тогда уходите в защиту. Есть также фраза на пятом ходу, они говорят «leap», я не знаю, как правильно произносить, не кидайте меня камнями. Но суть в том, что они ультуют, и вы увидите этот момент, то есть будет анимация ульты. Тогда вы тоже должны ультовать. Не советую сюда брать Квинси, потому что у них долгая ульта. Можно взять кого угодно, тех же R-персонажей с быстрой ультой, допустим, команда из Астера, почему бы и нет, команда из Данте, почему бы и нет. Спокойно проходите, потому что урон будет нулевой, что у вас, что у них, и это большой плюс. Они просто нас проверяют, просто смотрят, какие мы офигенные фанаты. Заранее предупреждаю, этот этаж я не буду проходить до конца по причине того, что я не хочу тратить на этот этаж энергию и еще раз его перепроходить, потому что он у меня пройденный. Здесь и так все понятно, то есть я рассказала вам про то, как надо ходить, когда в защиту, когда атакуем и когда использовать ульты. Все, сам ход, сам бой длится 11 ходов, либо 10, могу врать. Потом они такие: «Вы молодцы, ребят, мы вас любим», и они уничтожаются.